Приветствую вас, Оксана. Я, если честно, не видел у вас в вашем поведении какой-то такой именно ошибки. Прям. То есть я не могу сказать, что вы прям ошиблись. Вот. А вы скорее придерживаетесь определенного. Вы придерживаетесь определенной позиции, вы придерживаетесь определенного взгляда. Вот вы придерживаетесь определенной системы в своем поведении, так скажем. Вот. Но это, на мой взгляд, это нельзя назвать ошибкой. Как таковой, знаете, на мой взгляд, это можно назвать именно системным поведением. То есть это просто вот системное поведение ваше. Вот вы его так вот реализуете, свое системное поведение. Вот. То есть вы изначально уже зависите от мнения других людей, да, и, соответственно, зависит от мнения других людей, вы принимаете все решения, исходя из этого. Вот. Это первое. А второе, да, то, что вы, ну, не привыкли прислушиваться к себе, да, то есть зависимость от ну, обмене брюк людей, да, вот, это отдельная тема, и мне думается, что с этим нужно работать отдельно. Вот. Мне думается, что с этим нужно работать абсолютно отдельно, потому что это вот то, что вообще очень тяжело вам дается. Ну, то есть в плане того, что вот, вы не прислушиваетесь к себе абсолютно. Понимаете? Какая история. А это, ну, неприемлемо. Это неприемлемо. Понимаете? Вот. То есть вот это вот. А вам нужно для себя понять. В первую очередь. Вот. То, что вы не следуете себе. Вот. А что я еще увидел в вашем тексте? Такой, знаете, довольно неприятный момент, да. Вот, это то, что вы боитесь людей, злых людей, то есть вы боитесь мошенника, потому что, видимо, у вас кто-то вот в вашей семье, да, так реагировал. Так же вот негативно. Вот. Возможно. Я, конечно, не знаю, да. Вот. Но возможно. Это был отец. Вероятно. Хотя, безусловно, это нужно выяснять, да? Но это нужно выяснять. Кто это был? Отец. Так. Вот. Поэтому здесь я рекомендую вам обратить внимание именно на это, в первую очередь. То есть, если вы, там, допустим,
привыкли, да, подавлять свой гнев, да, привыкли как-то вот себя значит, ну, принижать, да, вы привыкли себя принижать, скажем так, то ничего хорошего из этого не получится. Для вас. По крайней мере. Понятно, да, о чем я говорю? Понятно, о чем я говорю. Надеюсь, вам. Вот. А что касается того, что делать, то очень интересно, в чем конкретно вы не перевариваете свою работу, да? То есть, ну почему вы ее не перевариваете? Вот, по какой конкретно причине вы ее не перевариваете? Вот. Но это уже другая немного история. То есть, ну почему вы не перевариваете вот, свою работу? То есть, с чем это связано, что вы не перевариваете? А, может быть, это связано с отвращением, может быть, это связано там с чем-то еще. Короче, нужно подумать, В любом случае, потому что ваше отношение, да, оно, ну, оно, по сути, своей довольно серьезно, так или иначе. В идеале, конечно, было бы, идеально было бы, если бы вы сперва завершили вот обучение по данной специальности, если бы вы отработали бы, получили бы какое-то количество денег и потом уже, соответственно, стали бы на эти средства, да, ну, грубо говоря, что-то делать, да, то есть заниматься своими интересами. Вот, а сейчас вы действительно можете все равно остаться без денег и как бы без всего. Вот. С другой стороны, очень важно понимать, для чего вы все это делаете. Для чего вы поступили там, ну, для чего вы поступили на ту специальность, на которую поступили, вот, зачем вы подали на 5 специальностей, вот, ну, то есть, для чего вы подали на 5 специальностей сразу. Вот. Какой целью в этом сделали? Какие у вас для этого были основания? Вот. Это нужно понять. Это нужно понять, это очень важно. Вот. Чем вы ориентируетесь? На что вы ориентируетесь? Так что я думаю, что так. Значит, ну, я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете здесь. Вот. Так, значит, вы пишете, что все, грубо говоря, уговорили меня выбрать бюджет. А вот вы пишете, уговорили. Ну, то есть, хотелось бы, конечно, понять, вот, как часто вас уговаривают, да, то есть, ну, почему вас вообще уговаривают. То есть, принято это в вашей, значит, семье или как вы
как вы сами относитесь к этому, вот, и так далее. Вот, вы пишете, что сначала все было хорошо, а потом, соответственно, все стало уже не очень хорошо, да, то есть плохо. Вот. И очень важно понять, что именно изменилось. Но, на мой взгляд, это очень важно. Очень важно понять, что изменилось. Что-то стало по-другому. Это понятно. Но что? Конкретно, что стало по-другому? Вот. Я думаю, что это вот то, что вам необходимо для себя следовать. То есть, что изменилось. Вот. Это важно. А, вот, в принципе, то, что можно вам ответить. Вот. Вот вы пишете, что я прямо завишу от мнения кого-то, подумаю, а вот что они скажут. Ну вот с этим и нужно работать, Оксана, в первую очередь. Вот. То есть, если вы будете ориентироваться, значит, ну, если вы будете ориентироваться только на мнение других, вот, то ситуация будет достаточно тяжелой для вас. Вот. Понимаете? То есть вы не будете жить своей жизнью по факту. Поэтому нужно ориентироваться на себя. Вот. Понимаете? Так что тут вот, нужно работать. Тут можно работать. Можно и нужно работать. Чтобы не было такого у вас. Такого негатива. Нет. Понятно, о чем идет речь? Что я хочу сказать. Вот, значит, дальше, я хотел спросить, это вообще нормально так ошибаться, это вообще можно сказать начальник. Вы знаете, Оксана, мы никогда, то есть, чужие мысли, да, ну, начальник, например, мы не будем гадать. Поэтому я полагаю, что не важно, что подумает начальник. Вот, серьезно. Не важно. Ага. Важно, что, чего хотите вы. Понимаете? Вот это важно. Вот это важно. Это нужно. На это нужно ориентироваться. Да. Вот так. Если вы не уверены в себе, хорошо, с этим можно работать. Повышать в себе уверенность можно и даже нужно. Вот. Но это работа, Оксана. А я понимаю, что вы привыкли жить вот так, вот так. Я понимаю, что вы привыкли.
ну, привыкли так поступать. Вот. Но это ничего не меняет, да, то есть, как бы, тут нужно работать. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? Вот так. Вот так. Начальник, скорее всего, отреагирует как взрослый. Вот. То есть, как, ну хорошо. Если хочешь уходить, уходи. Я не буду тебя, то есть, если ты уйдешь, да, если ты уйдешь от факультета, то я не буду тебя, не буду с тобой работать, скорее всего. Понимаете? То есть он отравил как взрослый. А вот вы реагируете как ребенок, к сожалению. Вот. И тут нужно определить, почему. Почему вы реагируете именно так, а не иначе? Вот. Вот это то, что вам можно ответить. И менять свое отношение к этому, менять свое поведение к этому, работать над уверенностью в себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Берите, пожалуйста, ответственность за себя, за свои действия. Вот. Если не можете, то обращайтесь за помощью, мы с радостью вам поможем. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.